Во-вторых, у нас сегодня же выборы. Следующая песня называется «Я враг системы». Россияне очень неактивно выходили бороться за свои гражданские права. Она должна была спровоцировать это, и это не случилось. Следующая песня, которую мы сыграем сейчас для вас, это песня, которая была написана в рамках проекта «Спектакль театра современников». Пьеса «Анархия». Я написал 24 трека. Это одна из песен, которая там будет звучать. Ну и звучит даже уже сейчас. Она называется «Курс на забвение». Я на свидание не пойду, тебя я больше не люблю. Зато бухаю и курю, курс на забвение я держу. Курс на забвение. Тебе не нужно мне спешить, могу опять спокойно.
погружаем вас в атмосферу наших новых творческих прорывов, шедевров, которые мы написали совсем недавно. Не пленно, да. Я думаю, пора вернуться к песням, которые были написаны давно-давно. Спасибо.